Всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин Tukamp и видеообзор товара, необходимого для рыбалки, такого как кан для живца. В данном случае у нас складной кан для живца, выполненный из ПВХ ткани, швы у нас прошиты и проклеены получается. В верхней части кана для живца у нас идет такая вот сеточка на молнии, которая закрывает ваш кан. Две ручки прорезиненные. У кана есть помимо двух ручек удобный плечевой ремень с регулировкой и подплечником. Итак, кан наполнили водой. Вода, как видим, стоит, никуда не убегает. Верхняя часть у нас крышечка с сеткой. Кроме всего прочего, мы можем полностью крышку открыть верхнюю. Она также у нас на молнии. Две ручки. Достаточно удобно. Две ручки достаточно удобно позволят транспортировать кан с жидкостью внутри и с живцом или с вашим уловом. Наплечный ремень также позволяет поднять и перенести кан. Кан достаточно тяжелый, потому что воды в него налили практически до самого верха. Как правило, этого никто не делает во время рыбалки. Итак, размеры сейчас у данного кана получается 40 сантиметров. Высота 26 сантиметров и ширина 25 сантиметров. Понравился кан, заказывайте у нас на сайте, подписывайтесь на наш канал, рекомендую.